Добрый день, дорогие друзья, с вами Игорь, это автосалон «Протюнинг» на улице Российской, 263. У нас есть очень интересный автомобиль, это оригинальный Brabus G800, который хочется вам показать. Но прежде чем мы начнем обзор, я хочу вам напомнить, что мы автосалон, который может привезти машину вашей мечты из любой точки планеты в самые минимальные сроки. Поэтому давайте скорее уже начнем обзор, посмотрим, что это за машина, и погнали! И, кстати, данный автомобиль мы привезли прямо из Германии сюда, в город Краснодар, на улицу Российской, 263, по специальному заказу нашего уважаемого клиента. Так как обычный Гелендваген уже все видели и 63-ю версию, все знают, что она из себя представляет, тут хочется заострить внимание на отличиях от обычного G63 от Мерседеса, от его собрата. Это Brabus, его модификации. А именно, что мы здесь видим? Во-первых, автомобиль стал гораздо шире. Это все благодаря расширителям арок, которые у нас идут по боковой части, имеют, собственно, в себе более такую широкую форму. И бампер, который переходит в них, он тоже измененной своей формы, более агрессивный. Вот эти вот элементы боковые, которые выступают, как отдельная такая площадка от стандартного бампера, и он тоже у нас, кстати, переделан, имеет в себе верхний такой домик, все воздухозаборники увеличены, и плюс снизу у нас идет еще и дополнительная часть с дневными ходовыми огнями. То есть передняя часть и боковая стали более массивными, в отличие от обычного G63, и более агрессивными, стремительными. Ну, собственно, Brabus, я думаю, таким и должен быть. Переходим далее. Решетка радиатора. Тут мы видим одну важную деталь снаружи, которая нам подсказывает, что будет внутри данного автомобиля. А именно, две полоски и шильдик Brabus, логотип его, окрашены в цвет Tiffany, нынче модный. Все это нам говорит о том, что у нас салон имеет как раз-таки такую отделку, о которой мы расскажем вам чуть позже. Тоже смотрится очень стильно. Помимо логотипа Brabus круглого, у нас здесь еще имеется еще один логотип Brabus, цельная надпись, которая еще и светится, тоже выглядит очень необычно. На стандартных G63 здесь идет шильдик AMG. То есть тоже сделали достаточно лаконично, хорошо смотрится, выделяется из общей массы автомобилей, несмотря на то, что это такой маленький элемент. Самая основная часть, которая заметна на этом автомобиле, это накладка на капот, которая сделана из настоящего карбона и приподнимает силуэт машины в передней его части, опять же, добавляя ему той самой агрессии, вот эти вот два воздухозаборника, которые выделяются, все у нас такое угловатое, впрочем, подходит к дизайну Гелендвагена, как раз таки такие квадратные формы, и, собственно, придает ему более злостный внешний вид. И тут же у нас есть еще один логотип Brabus на этой накладке капота. Переходим далее к боковой части автомобиля. На машине установлены 24-е колесные диски, это оригинальные колеса Brabus в максимально доступном размере. Ну и, собственно, для такой массивной машины такой размер идеально подходит. Посмотрите, как он сочетается с боковой частью, что это, ну, они прям идеально вписываются в эту арку, потому что арка у нас, собственно, достаточно немаленькая. Сами диски у нас кованые. В чем плюс? В том, что они более легкие, чем стандартные литые диски, и гораздо более крепкие. Поэтому с такими колесами не стоит заморачиваться в плане каких-то ремонтов, и плюс машине становится легче, потому что для людей, которые разбираются, они понимают, что у нас становится легче неподрессоренная масса, то есть подвеска проще отрабатывает какие-то неровности, машине легче разгоняться, легче тормозить. И, кстати, такие же колеса можно изготовить в нашем тюнинг-ателье ProTuning в любых допустимых параметрах на любой автомобиль и в любом дизайне, который только вздумается вам в голове. Естественно, в допустимых нормах, чтобы они, собственно, были у нас сбалансированы, выдерживали все нагрузки. И, кстати, как этот обвес тоже можно сделать в нашем тюнинг-ателье на любой автомобиль. На автомобиле, помимо обвеса спереди, как я и говорил, арки у нас стали шире, в них же имеются карбоновые элементы в таком двойном исполнении, то есть они раздваиваются прям. Это настоящий карбон, это не ламинация, абсолютно все элементы, которые на автомобиле сделаны из карбона, это полностью 100% углеволокно. В чем его плюс? В том, что оно легче, чем обычные пластиковые элементы, либо стеклопластик.
пластиковое стекловолокно и так далее. И они гораздо более крепкие. Это все пришло к нам из автоспорта и сейчас уже применяется на стандартных серийных автомобилях. Тут же в этом расширителе, в этих воздухозаборниках, мы видим еще один шильдик Brabus. То есть у нас прям по всему автомобилю понятно, что это не обычный Гелендваген, а его особенная версия от Tuning Atelier Brabus. Далее переходим к крышке зеркал. У нас, как я и говорил, тоже полностью сделаны из карбона. Накладка такая, которая их полностью обволакивает. И еще сверху есть один карбоновый элемент. Это так называемая люстра, накладка на крышу, которая в себе имеет еще два элемента световых. Они включаются у нас вместе с дальним светом. Тоже добавляет объема этому автомобилю. То есть у нас он стал и шире, бампера стали более массивные. И в верхней части автомобиля еще одна деталь прибавилась и добавляет ему еще больше визуальной такой массы и агрессии. И выхлопная система у нас хромированная, блестящая, двойные насадки Brabus с логотипом, как раз таки самим Brabus тоже, она изменена сама по себе. Выхлоп на самом деле звучит просто идеально, отстреливает, рычит, потому что этот двигатель 4-литровый битурбо, который там стоит, может выдавать такой прекрасный звук, и собственно выхлопная система позволяет это сделать. Тут мы видим измененный бампер, тоже более массивный, который по стилистике повторяет, собственно, передний бампер с этими выступами боковыми, чтобы они сочетались с расширенными колесными арками и, собственно, добавляет массивности еще и сзади автомобиля. Здесь же у нас еще имеется шильдик 800, как раз таки, который был у нас на боковой части автомобиля. И еще одно изменение – это спойлер, который у нас стоит сверху автомобиля. Тоже такой очень сложной формы, интересной. Сбоку у нас есть еще один шильдик Brabus. Я говорю, с каждой стороны автомобиля, откуда ни подойти, мы поймем, что это непростой Mercedes. И самое основное сзади, что мы видим, это накладка запасного колеса, в которой не написано Mercedes, как обычно, а это именно Brabus. Открываем багажник, и первое, что мы видим, это отделка задней двери из кожи цвета Tiffany, это эксклюзивный вариант, плюс еще и перфорация такими, как цветочками, я думаю, это можно так назвать, выглядит безумно красиво и стильно. И здесь же у нас в ручке имеется еще карбоновая накладка. То есть везде, где можно было заменить стандартный пластик, обычно уже приевшийся всем, внедрили карбон, что выглядит очень хорошо. Сам багажник стандартный, собственно, изменений тут особо нету, кроме коврика с шильдиком Brabus, и окантовка самого коврика у нас также повторяет цвет всего салона, а именно Tiffany. По багажнику стандартно два фонаря, большое количество крючков для того, чтобы закрепить груз. Слева у нас находится аптечка и светоотражающий жилет. И спереди еще в чехле дополнительном сетка, чтобы отгородить багажное пространство от салона. Ну и мы видим, что цвет салона в этом как раз таки Tiffany исполнении безумно красиво смотрится, очень необычно. Это на самом деле неповторимый дизайн, потому что каждый элемент выполнен в этом цвете. Даже стандартный пластик, который у нас имеет отделку под металл в обычных Гелендвагенах и выполнен в таком серебристом матовом цвете, здесь перекрашен вот в такой цвет под стать салону. И плюс все это дополняется карбоновыми элементами на центральной консоли, на парпризе, на руле все это у нас имеется. То есть каждый элемент говорит нам о статусности этого автомобиля. И даже потолок у нас отделан из кожи с перфорацией и имеет в себе звездное небо, которое может еще и переключаться с помощью пульта, который имеется у нас в бардачке. Так как такие автомобили поставляются в максимальной своей комплектации, то естественно мы здесь видим анатомический руль, который очень удобный, со скошенным низом, имеет в себе дополнительные два устройства. Право у нас регулирует режимы езды, комфорт, спорт и так далее. И слева у нас программируемый модуль, при переключении которого можем выбрать, например, открытие-закрытие заслонок, режимы езды AMG Performance и так далее. В общем, все, что хотите, можно поставить на эти две кнопки и пользоваться ими по своему усмотрению. Естественно, еще раз повторюсь, так как это максимальная комплектация, сиденья у нас здесь имеют в себе вентиляцию, подогревы, боковые подкачки, большое количество регулировок, массаж, в общем, все, что можно было уместить в данных сиденьях, здесь имеется. И плюс еще и на подголовниках этих сидений у нас красуется логотип 800,
который нам повторяет, что машина у нас имеет 800 лошадиных сил под капотом. И еще несколько деталей хочется вам показать, которые видно именно с этого ракурса. Это накладки педалей в стиле Brabus, нестандартные дверные штифты, отпирание замков дверей, на которых еще красуется логотип Brabus, и она же у нас выполнена не в стандартном серебристом цвете, как я и говорил, а в этом цвете, который как раз таки подходит под отделку салона в стиле Tiffany. И вы только посмотрите, какой детальный подход организует компания Brabus в своей работе, а именно даже карманы внутри всех дверей обработаны у нас полностью из кожи, боковые накладки сидений у нас сделаны полностью из кожи, и это на самом деле качественный материал, потому что только прикоснувшись к нему, как на сиденье, так и на руле, понятно, что это мягчайшая кожа и безумно приятно со всем этим контактировать. Под капотом, естественно, тоже произошли изменения, это все-таки 800 лошадиных сил, и достижение такой мощности произошло из-за того, что Brabus доработали турбины, которые здесь имеются, увеличили их мощность, пропускную способность и доработали блок управления двигателем, чтобы все это подстроить под новое, так скажем, железо. И тут же у нас сверху имеется еще и накладка Brabus, карбоновая полностью, с красной такой большой яркой вставкой и логотипом Brabus 800. На самом деле выглядит очень эффектно и красиво, только стоит поднять капот на этой машине. И, кстати, этот автомобиль делает разгон от 0 до 100 всего за 4,1 секунды. А если вы являетесь обладателем Гелендвагена в последнем либо предпоследнем кузове, мы можем его переделать в такой же G800 путем установки обвеса, который ничем не будет отличаться от сделанного на данном автомобиле. Поэтому скорее обращайтесь в наше тюнинг-ателье ProTuning. Я думаю, что Brabus G800 можно сравнить с очень редкой, дорогой коллекционной вещью, с дорогими часами, потому что данные автомобили будут только расти в цене на протяжении долгих лет. Ну и плюс к этому радовать своего владельца таким прекрасным, агрессивным внешним видом и возможностями, которые он может дать, потому что они сделаны как раз-таки на базе максимальных версий Гелендвагена 63-й модификации. И еще раз хочу напомнить, что автосалон ProTuning может привести абсолютно любой самый желанный недоступный автомобиль, как, например, этот Brabus G800, в самые минимальные сроки в город Краснодар на улицу Российской 263 в наш автосалон. И наш автосалон находится не только в городе Краснодар, но также в Москве и в Ставрополе. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики с такими эксклюзивными автомобилями.